Михаил Васильевич Кашин, исследователь, из этой взгляда на природу и предназначение человека. Добрый день. Я хочу вам представить взгляды так называемых зетов, инопланетной расы, которые так сказать, вещают, доводят свою информацию о происходящем на Земле и не только через контактера Нэнси Лидер. Это женщина-американка, которая еще в детстве вступила в контакт с зетами. На сайте, на который я перевожу и редактирую, об этом подробно написано. Сайт называется zetatalk.com или «Разговор с зетами» в буквальном переводе. Легко находится поиском. Сайт очень большой, огромный и постоянно выполняется. Каждую неделю появляются ответы на какие-то вопросы, которые задают люди через сопутствующий сайт. И Нэнси проводит сеансы связи, так сказать, контакт или ченнелинг, как это по-другому еще можно назвать. Зетам и отвечает на актуальные вопросы. Сразу хочу сказать, на личные вопросы они не отвечают, а речь идет только о вопросах, которые связаны с интересом большого количества людей. Итак, как же зеты представляют себе человечество, Землю, Вселенную и, собственно, задачи каждого конкретного человека в этом воплощении? У них достаточно стройная система, заключающаяся в следующем. Они различают несколько физических плотностей и несколько духовных плотностей. Что такое физические плотности? Ну, самые простые — это неодушевленные предметы, там, вода, камни и так далее. Затем следуют предметы, одушевленные уже вещи, как животные, птицы, растения, да, но не имеющие духовной составляющей. Следующая плотность, третья, это та, в которой мы с вами находимся. Она как и физическая, так и духовная для нас с вами совпадает. Следующая духовная плотность, четвертая, физическая духовная плотность, четвертая, также присутствуют, и вот они себя относят как раз к четвертой духовной плотности и духовной и физической также. Земля, как планета, по их представлениям, существует одновременно и в третьей, и в четвертой плотности. В качестве примера можно привести, вот когда вы вошли в лес, вы же обходите деревья. Вот так примерно вещество четвертой плотности обходит вещество третьей плотности на уровне субатомных частиц. И, соответственно, таким образом они могут существовать одновременно. Значит, они также говорят о пятой и шестой духовных плотностях, но там, естественно, поскольку они сами еще не достигли этого уровня, то информации достаточно мало, кроме той, что это уже не физическое существование каких-то конкретных тел, это существование в световой форме или в волновой форме, кому как больше нравится. Ни одно из этих слов полностью не описывает, естественно, это в состоянии, поскольку человеческий язык просто не содержит необходимых терминов для такого рода описания. Итак, основная задача людей, или точнее сущностей, воплощенных в тела людей, в третьей плотности, заключается в определении собственной ориентации, духовной ориентации. Они различают две духовные ориентации – служение себе и служение другим. Принцип разделения очень простой. Служение себе – это 95% времени человек посвящает своим собственным интересам, учитывая только собственные желания, там, потребности и так далее. И немножко, может быть, внимание обращает на других. Служение другим – это 50% времени человек обращает внимание на себя, остальное – на других. Такая вот небольшая диспропорция, но вполне понятная, потому что если вы не будете заботиться о себе, то вы и другим не можете помочь. Яркая иллюстрация – это инструкция перед полетом в самолете, да, когда вам говорят, что если выпадут кислородные маски, а вы летите с ребенком, то сначала вы должны надеть ее себе, а только потом ребенку. Ребенок вам не поможет, а вот вы ему сможете. Также и ориентация служения другим.
Но основную массу живущего сейчас населения составляет неопределившиеся сущности, которые в каждом из своих воплощений склоняются то в одну сторону, то в другую, и для окончательного решения может потребоваться достаточно много воплощений. Зета считает, что до 1000. Как происходит определение? Собственно говоря, человек уже выбрал свою ориентацию или нет? Здесь очень тоже простой принцип. Судят не по словам, а по делам. Можно сколько угодно говорить, что я там добрый, сидя на диване, ничего не делая. От этого ориентация ваша не изменится. И вы, соответственно, не получите никаких ощущений от того, что вы добрый. А для этого надо как-то взять себя в руки или за шкирку, кому как больше нравится, выйти на улицу, может быть, и что-то сделать. Хотя у кого-то может это и дом получиться, все зависит от ваших индивидуальных условий. Поэтому, собственно говоря, главная задача вот человека, точнее сущности в человеческом теле, определение вот этой ориентации. А все условия, которые созданы на Земле, да, которые имеют природный характер, они говорят, божественный план, о котором они тоже имеют только слишком смутное представление, создано именно для того, чтобы сущности имели возможность совершать поступки, действия и вот получать опыт и выбирать, кем они все-таки являются на этой планете и для чего. Зачем все это нужно? Все во Вселенной развивается, и наша Земля также развивается. И в ближайшее время ей предстоит так называемый период преображения. Преображение – это переход всей планеты в четвертую физическую и духовную плотность. Произойдет он примерно через 100 лет после предстоящих, согласно ZETAM, глобальных катаклизмов, которые называют сдвиг полюсов, и признаков которых очень много, в том числе непредсказуемый климат, усиление вулканической активности, рост и количество и силы землетрясений, изменение даже струйных течений высотных в атмосфере, многочисленные политические катаклизмы, социальные взрывы и так далее. И это явление тоже большая возможность для каждого проявить себя. Кем вы будете? Просто представьте, если вдруг это случится, вот что вы будете делать? Сами побежите или все-таки вместе с кем-то? Или, может быть, кому-то поможете? Вариантов будет бесчисленное количество. Так вот, преображение заключается в том, что Земля перейдет в следующий уровень плотности, и вот четвертая духовная плотность, согласно ZETAM, она интересна тем, что там ориентации разделены. То есть служащие себе живут в отдельных мирах, а служащие другим, соответственно, в своих. И вот Земле предназначено стать домом для служащих другим. Процесс этот такой не одномоментный, но тем не менее мы к нему вроде бы движемся. И когда достигнем количества 89% таких душ, то тогда соответственно произойдет этот переход. Примерно они оценят срок в 100 лет. И в этой новой уже реальности, да, где будут немножко другие физические условия, это как бы, как они описывают, это более разряженный мир, если можно так выразиться, где более тусклое солнце, там будет холоднее, но тем не менее возможности миров, служащих другим, они по сравнению с текущей нашей ситуацией, со смешанными ориентациями, выглядят очень привлекательными, да? То есть это служащие другим, это телепатия, это постоянная помощь друг другу, работа в команде, это отсутствие вот этого необходимости продираться сквозь, я не знаю, строй каких-то препятствий. Это более легкая жизнь по сравнению с существующей. Те же, кто попадут,
кто выберет быть служащими себе, попадут на, как они их называют, тюремные планеты, но это не тюрьмы в прямом смысле слова, а описание существующего порядка вещей в этих мирах. То есть жесткие иерархии, наказания постоянные за любые проступки и так далее. Ну, выбор есть. И, кстати сказать, вот многие случаи вот, массовых расправ, убийств, они связаны с тем, что души заявляются, как бы, да, они вот, демонстрируют свое намерение быть действительно жестко в ориентации служения себе и вот устраивают такие вот показы, если можно так выразиться. Так как Земля и окружающее пространство будет находиться в четвертой физической плотности, то для существования, для комфортного существования в этой среде уже разработаны так называемые гибриды. Это, соответственно, производные от зетов и человека, человеческих эмбрионов. Это существа, которые уже есть. Их там было несколько вариантов. Сейчас вот бы выработали тот, который ну, самый наиболее удобный, в котором устранены те недостатки физических тел, как зетов, так и людей. Ну, зеты считают, что, например, желудочно-кишечный тракт человека ну, не самая удачная конструкция. Можно его улучшить. Сами они питаются через кожу в специальных питательных ваннах. Вот примерно такая общая картина. На самом деле сайт очень большой, существует с 95 года. И если вас он заинтересует, то у вас будет время, вам потребуется, точнее, достаточно времени, чтобы его просмотреть и прочитать. Там есть на все вопросы ответы. Спасибо.